Очередной автомобиль нашел своего владельца. В рамках масштабного промо «Прими вызов и выиграй автомобиль» главный приз достался жителю Алматы. В эти выходные мужчина приехал забрать свой приз прямо из салона. С ним встретились наши корреспонденты о том, как важно верить в свою удачу. Наш следующий материал. Дидар Акимжанов долго не верил в свою удачу, пока сам не приехал в салон, чтобы воочию убедиться в своем выигрыше. После того, как мужчина сел за руль новенькой «Тойоты», сомнения развеялись. Этот автомобиль для Дидара стал первым в жизни выигрышем. Предприниматель из Алматы рассказывает, что никогда не участвовал в акциях и розыгрышах, однако решился. Всего одна крышка из трех от вкуснейшего напитка стала для него решающей. 10 с чем-то утра. Я находился дома, мне позвонили. Я сначала не понял, что это и кто это. Может, какой-то розыгрыш, либо же какие-то там что-то мне предлагают где-то еще поучаствовать. И вот мне как бы сообщили, что я выиграл автомобиль. До конца не верил. Грандиозная промо «Прими вызов, выиграй автомобиль» завершилась. В рамках масштабной акции, которая прошла с 1 июня по 24 сентября, поощрительные призы и подарки получили сотни человек. Обладателями новеньких айфонов стали 17 счастливчиков. А в завершении акции разыграли автомобиль. RG Brand совместно с торговой маркой Pepsi будут продолжать радовать своих потребителей. Следите за новостями на официальных страничках Pepsi.kz. Это и в Инстаграме, и сайт. Впереди будет очень много активностей, призов, сюрпризов, подарков. Для участия в промо необходимо было выполнить несколько простых условий. Купить Pepsi, Mirinda или 7-Up с желтой крышкой и найти под ней специальный промокод. Его нужно было активировать. Такие коды принимали участие во всех розыгрышах, в том числе и в розыгрыше автомобиля. Шанс стать победителем есть у каждого. Национальная промо от компании RG Brands и Pepsi проходит ежегодно. Каждый год разыгрывают разные ценные и поощрительные призы. Аскар Медебаев, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы.